силикатные. Нас все затопило, но администрация утверждает, что дорога городу не принадлежит. Теперь не знаем, куда обращаться. Написали кучу писем во все инстанции. Гимназия номер 36 оказалась отрезанной от жилых домов по причине затопления. Талый снег и дожди. Из домов нельзя пройти к школе. Приходится обходить, а это дополнительно 1,5 километра. Можно ли внести в Конституцию поправку за отмену рукопожатий? В наш век рукопожатие – отголосок первобытности. Сделали колл-центр для записи к врачу. Прозвонила 60 рублей, но так и не записалась. У меня диабет, нужны лекарства. Теперь очень сложные процедуры, чтобы получить рецепт. По Кохамскому шоссе невозможно ездить. Яма глубиной в 20 сантиметров. Проспект 70-летия Победы, как после бомбежки. За что мы платим такие высокие транспортные налоги? Опять не показывает телевизор. Так больше нельзя. Зачем все надо было переделывать? Почему городские власти не заботятся о состоянии парка 2005 года? Лес, ливни, дорожки не чистят. Даже добротно благоустроят тротуар по улице Панина от лицея номер 67 до улицы Демьяна Бедного. Сотни людей ежедневно вынуждены преодолевать две огромные лужи. Также жуткая грязь у дома номер 65 по улице 2 Чапаева. Переулок милиции по улице Новаторской. Часть населения нас затопила. В одном доме тонул котел. Откачиваем воду день и ночь. Каждый год тонем. Не можем добиться строительства ветровки. Отвратительно ходит троллейбус номер 7. Никакие временные регламенты не выдерживаются. Часто ждем больше часа. Родниковский район. Дорога Пасха-Никольская. Совершенно разбитый лесовозный. Вся превратилась в месиво с выворочной землей. Жители деревень стали заложниками